Всем привет, ребята! Сегодня мы возвращаемся в всеми любимый Блоксбург. Я увидел, что вам... Ну, по крайней мере, сначала нравились долгие серии, поэтому я решил делать серии как получится. Когда-то там 20, когда-то 15. Естественно, продлевать я ничего не буду. В общем, давайте начнем серию. И да, у меня до сих пор нет скина. Я прям не знаю, как. Это до сих пор тут, серьезно? Это молниевый сигил, который не пропадает. Ну-ка, что говорит строитель? Привет, Видгу. Для магазинов нужны охранники. Найди и подкупи людей для этого. Деньги в сундуке. Угу, я так и понял, что это Олег Иванович. Выделил немного. 6. Ну, 6, в принципе, пойдет. Садимся на мотоцикл и гоним в деревню. Ну-ка, где же? Вот вижу одного подозрительного. По-моему, это охранник, да? Да. 2 хочет. Окей, ты теперь со мной идешь. У меня аж подлагало чуть-чуть. Сколько мне жители всего говорят. Так, где же... Ищем второго. Тут, по идее, их должно быть 2. Ты кто? Привет, опс. Тебя вытащить? Ауч. Не надо. Погоди-ка. Ладно, прекращаю. Просто я не чувствую боли. Я прям настоящий бог грома. А вот и второй. Тоже 2 хочет. Но, блин, у меня осталось всего 2 этих доллара. Ну, давайте их называть... Блокси баксами или что-то типа того. А вообще я хочу переименовать город. Потому что Блоксбург звучит как-то параблоксовски. А по майнкрафтовски я придумал, что будет прикольно назвать Пиксель Таун или Пиксель Град. В общем, как-то вот так вот по майнкрафтовски будет звучать. Так, сейчас мы сразу же поставим этих 2. Кстати, по поводу этих пэтов, скоро в городе пройдет гонка. Торжественная гонка пэтов. Так, идите сюда. Стой тут, а ты будешь вот тут вот. Ну же. Ну, телепортнись. Нет, придется его вытаскивать. Сейчас постойте. Вот все. Теперь они будут тут охранять. Так, разворачиваемся в другую сторону. Нам бы еще что-нибудь в этой серии найти. Скажем, какой-нибудь тайничок. А? Что скажете? Было бы неплохо. Так, Макдак, вот. Ага, 1 доллар. С
пистолетом. Хорошо, сейчас поищем другого. Вот как гонит. Прям как мой мотик. Там дедушка еще стоит. Ничего себе, да дед опасный. С самопалом, который стреляет камнями. Ну ладно. Оружие, оно и в Африке оружие, как говорится. Так что будет охранять наш магазин продуктов. Они как раз напротив стоят. Тюрьма. Тут построили тюрьму. Обезьянники. Огромная тюрьма, понятно. Что-то странное. Так, стой тут. А ты иди сюда. Будешь тут сторожить. Да ё-моё, вам дан дар телепортации. Вы чё, не можете пройти сквозь дверь? Или сквозь что-нибудь? Иди за мной. Только когда я отхожу, уже максимально он идет за мной. Вот, сторожите. Продуктовый. Ты стоишь, хорошо. Теперь давайте возьмем, попробуем найти что-то, что-либо. Что-либо попробуем найти. Да хоть полицейский участок. Ведь полиции тут, судя по всему, и нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что преступность. Просто куча. Это сейчас ее пока что нету. Что это у нас такое? Это... заброшенный участок. У меня проблемы опять с управлением. Вот все, восстановился. А как же это убрать? Обалдеть, да еще и заряженное. Надо бы конфисковать для нашей армии, которой у нас пока что нет. Да уйди ты, блин, Яндекс. Ой-ой, пришел, короче, полицейский. Говорит, Вася, ты что тут делаешь? А я тут просто хожу, проверяю. Ну смотри аккуратней, а то у нас есть кое-что, о чем обычным людям лучше не знать. Так, ты проговорился уже, так что скажи, что это. Не скажу. Это секретная информация только для команды супергероев. Как бы тебе так сказать? Я как бы принадлежу к этой организации супергероев. Что? Ну-ка, докажи это. Насколько же ты силен? Манекен мне тут подогнал. Так, сейчас покажу ему фирменные приемы. Хоп. И хоп. Все равно не верю. Уделай-ка несколько моих ребят. Зачем? Ну, докажи, насколько ты силен в рукопашке.
Вау, сразу напали. Идите от меня. Да уж, ты достоин быть членом команды супергероев. Так что так и быть, я дам тебе этот секрет. Ну-ка, и что это за секрет? Ого! Это же режим суперкоманды. Да, точно. Это режим Супер Сентай Пат Рейнджера против Лупин Рейнджеров. Вот поэтому-то тут и два красных. Потому что один Лупин Рейнджер, а второй Пат Рейнджер. И, конечно, Икс Лупин Рейнджер. И он может быть также и Пат Рейнджером. Это полезно. Патрейнджеры — это полицейские, а лупин-рейнджеры — это воры-фокусники. Это классно. Найти бы еще что-нибудь такое. Прям такое. Куда я еду? Как обычно. Да, именно в эту сторону. А еще я хочу немного исправить ту таблицу. Помните, это телепорт. Тут, блин, палатки охотников на вампиров. Но самих вампиров и охотников нету. Это очень странно. Сегодня мы потренируем магию, я вписался. Сегодня мы потренируем свою магию. Потренируем заклинание. Отлично. Я специально это не показал на записи, потому что было бы слишком долго. А так... У нас теперь есть полная таблица Супер Сентай Рейнджеров. Я не знаю, как их называть, но Супер Сентай переводится как команды супергероев. Есть также те, в которых мы не можем превратиться. Например, вот эти вот. И не только. Еще и вот эти вот. И Гвасейджеры, и Магирейнджеры. Шикарно. Сейчас я назову, кто есть кто. Это у нас Горейнджеры. Это Джеки Кью. Это Боевой Жар. Это Денджиман. Это Солнечный Вулкан. Это... Давайте я лучше так покажу. Google 5. Биоман. Флэшмен. Маскман. Турборейнджер. Джетман. Зюрейнджер. Дайрейнджер. Каррейнджер. Мегарейнджер. Гингаман. Google 5. Гаурейнджер. Аба Рейнджер, Боукинджер, Геки Рейнджер, Го Онджер, Шинкен Рейнджер, Голбастерс, Акиба Рейнджеры, Токьюджер, Зуорджер, Кью Рейнджер и Лупи Рейнджеры против Пат Рейнджеров. Вот. Рю Солджер,
Кира Мейгер и Зен Кайджер. Также есть те, в которых мы не можем превратиться. Только красный имеет доступ к этому. Time Ranger, O-Ranger, Kaku Ranger, Five Man, Live Man, Change Man, Dyna Man, Harry Kanger, Deka Ranger, Magi Ranger, Gas Ager, Go Kaiger, Kyoryu Ager. Короче, вот так вот как-то Нин-Нинджер. Только красный рейнджер имеет к этому доступ, к сожалению. В общем, вот такая вот получилась серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Также, если вы хотите, чтобы такие серии Блоксбурга продолжались. Такие простенькие приключения в Блоксбурге. Задания, там всякие мини-квесты. Как было раньше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ставьте лайки для продолжения этой рубрики. Всем пока!